Ученые из Мордовии разработали легкий бетон. По сравнению с обычным, он настолько легковесный, что его появление способно произвести настоящую революцию в высотном строительстве. Разработанный легкий бетон при той же самой прочности имеет в 1,5-2 раза меньший удельный вес. В связи с этим применение такого материала в несущих конструкциях способствует значительному снижению нагрузки на основании фундамента зданий и сооружений. Новый материал выгоднее всего применять для строительства стен, колонн, балок, плит, высотных и большепролетных зданий, мостов, дорог, аэродромов, сложных подземных и гидротехнических сооружений, объектов энергетики. Интересно, что новинка также обладает повышенной морозостойкостью. Такого эффекта удалось достичь благодаря включению в состав материала добавок упрочняющего и расширяющего действия. Все они созданы на основе местного мордовского сырья.